Всем доброго времени суток. Пошла посылочка. Тут отпугиватель комаров. И, так, ну, оголять провода, такие вот вещи. Сейчас посмотрим. Ну, вот он, отпугиватель комаров. Что-то в районе 200 рублей стоило. Просто интересно. Тут он и мышей отпугивает. Что такая вот ерунда. Довольно качественно сделано. Вот зеленый, красный индикатор. Правда, вилочка не под наши розетки. И вот такая вот вещь. То есть для электрика самое то. Оголять провода сюда вот провод в изоляцию и вот этим вот вот этой ерундой оголяешь провода. Уже забыл, как она правильно это называется. Ну блин, все железное, ну кроме вот этой вот пластмасски, ну и ручка, конечно, ну, такая вот, вот это вот, вот твердая такая пластмасса, а здесь вот помягче, то есть удобно. Блин, вообще прикольно сделано. Ну тоже, ну это вставка пластмассу. Блин. Качественно. И отдал за них я 630 рублей. Ну тут вот какие, может, сечение проводов поддерживает. Так, что тут? Больше ничего пытаюсь не послал. Ага. Да хрена чего. Все, ссылочка будет внизу. Под описанием, под видео. Блин, четко. Прикольная штука. Блин. Так, ну все, всем спасибо.